На базе Государственной инспекции безопасности дорожного движения Свердловской области создан сайт, который позволяет, не выходя из дома, зарегистрировать транспорт, изменить регистрационные данные, а также снять с учета. На сайте можно ознакомиться с наличием штрафов, подать заявку на получение водительского удостоверения или прохождение технического осмотра. Все это, уважаемые водители, вы сможете сделать на сайте ГИБДД. При этом первоначально необходимо зарегистрироваться, прописать свои данные, особенно обратить внимание на графы со звездочкой. Их заполнение обязательно. На нашем сайте вы сможете узнать информацию не только о себе, но и о работе госавтоинспекции.